Локация меняется. Я меняю локации, как перчатки. В лабе мы были, лабу мы зафармили. Если можно назвать фарму. Ну, контролеров... Давай, давайте, сука. Ох, блядь, как же вас там много, как же вас там много. Они зомбака бьют. Ну и удачи вам. Гранатка будет там? Не, не будет, очень жаль. Прицел налепить на дробовик можно? Нет, нельзя, очень жаль. Блин, сейчас же там наемники будут, снайперы, мне их нечем убивать, придется их как-то игнорировать, прятаться от них. Тайнички есть какие-то? О, тайник. Нычка, редчайшие артефакты, детекторы. Краши, мочи, мама, нычка зомбаря. Жесть, пойдем посмотрим. Нет! Нет! Сука, сколько можно этих псизон добавлять? Их и так до хрена. Блять, а ты не пси-собака. Точнее, не призрак прошлого. Блин, конечно. Нет, я могу попасть. Ух, повезло. Пошли, ёб твою мать. Ёб твою мать. Псы проклятые. Ай, ай. Ну-ка, фу. Ну что, сука, как поохотились, мрази. Нормально, стоило того. Выбрали себе мишень. Суки мрачные. Идите новичков грызите. Ты куда прешь, суки, сын? Выбрали себе мишень тоже мне. Так, в пне тут, наверное, какой-то этот. Угу. Мамины бусы, удар пулестойкость, сканирующий. Сейчас, секундочку, я оторвусь. Тут просто у нас собачка есть, которая... Кровососик, который хочет мне пси равновесие. Новейшая военная разработка. АСМ-2 компактный автономный сканирующий миноискатель. Предупреждает нахождение мины звуковым сигналом. Может передавать себе информацию о ее местонахождении на навигатор. Устройство устойчивого нажима. Ясно. Просто впарить. А мамины бусы я одену. Так, давай, давай, давай. Где ты? А, вон вы стоите. Думаете, самые умные, да? Бум! 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 Сукины дети. Ненавижу вас. Собака друг человека. Так почему ты, сука, такая мутная? Чего вы вернулись назад? Есть контакт. Господи, как хорошо. Опа, артефакт посыпался. А с чего это с тебя он посыпался? Похоже на огненный шар. Так и есть. What you got was one of us. А, ребята, вы в это верите? Три пси-зоны. На расстоянии 10 метров друг от друга. Это жесть. Касаемо маминых бус, мне нужно их поставить вместо, допустим, тебя. Явно. Потому что кровотечение мне нужно, а все остальное мне тоже нужно. Как-то так. А, да, теперь нужно быть очень внимательным и осторожным. Блять, бывает. Не рассчитал. Есть. Охуительный детектор все-таки. Лучше этого детектора вряд ли что-то есть. По крайней мере в этом моде. Хотя не буду загадывать. Может круче и снайперки этой моей что-то найдется. Но я не думаю, что это вообще легально, что-то круче этой снайперки. Ай. Очень ай. Давайте-ка прорашим отсюда. Сука, бля. Ну ты, сука, как всегда вовремя, быдло. Я? Да прыг... Блять, ты прав. Всех накрыл. Четыре собаки, кровососа. Кстати, я обращаю ваше внимание на то, что когда мутанты замечают меня, я становлюсь приоритетной целью для них. То есть, если они до этого были сагрены на кого-то сталкера, они в любом случае пойдут на меня. Так, ну что ж, у нас проблема. Нам нечем убивать наемников. Дробовиком, конечно, есть вариант, но это очень слабо. Кровосос. Ты явно здесь. Мне явно нужно наступить на лестницу, чтобы собаки отъебались. Твою мать! А нет, ни хрен. Слушай, дай патронов, а? О, отлично. И эту штуку твою разряжу. Ладно, разрядить не выйдет. Так, тихо. Ты, видимо, хочешь поговорить. Так, сейчас поговорим. Бум! Разговор окончен. Ублюдок.
4 патрона. Вот, зараза, гранатка пригодится. Тихо. С патрона, сука, убил меня. Фулово, походу в голову зарядил, красава. Порвать сволочей. Пока лутал патроны для снайперки, решил лутануть гранатку со второго раза. Надо было все-таки разобраться, 5 патронов у меня было. Это будет вполне достаточно, по-моему. Лул. Это что за хуйня вообще? Я где? Я здесь даже не был. А, не, был здесь действительно. А что это за хуйня? Они же, их же здесь не было. Это что за глупости? Так, нужно быть резким, как понос сейчас. Резкость поноса включена. Ну заебись. Она разряжена. Сейчас будет дать как в крепком орешке. Сука, пиздец был, да, согласитесь? Как это вообще? Это вообще легально? Какого хера? Я патроны тратил. Пошел вон. У меня больше нет патронов. Ай, больно. Используйтесь. Где мои аптечки? Они кончились? Да ну нахуй. У меня кровотечение идет и кончились аптечки. Как это, блядь? Нет, 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 нет. Пули есть? Нет, 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 уйдите все, они нормальные, у меня справка есть. Еще собаки, сука, гавкают, мрази. Нет, я не хочу падать, кстати. Нет, 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 ты там, что ли, на вышке? Бум, пури. Отлично, один патрон, это для тебя. Это, сука, твой, я тебе говорю. Вот ты там, да, это твоя. Ладно, ты хочешь... Нет! Какое в пизду кровотечение? Как ты умудрился ёбнуться здесь? Это же не ДЗ. Отлично, она вниз ушла. Ну давай, 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 давай. Давай, падай вниз. Вот так вот. Вот так вот мы решаем вопросы. Да ты ж, блядь! Пошла нахуй! И подружку свою забери! Я так понял, вы хотите поспариваться? Так я вам помогу, блядь, поспариваться. Давай, давай, ты же, блядь, так хотел свою подружку. О да, подружечка. Ты моя любимая, моя хорошая. Этого ты, сука, хотел. Ублюдок. Весь мир против меня. Аптечек. Твою мать, сука, ты, видимо, хочешь в групповухе поучаствовать? Нехуй делать, я тебя сейчас отправлю, блядь, в групповухе поучаствовать. Смотри, там уже твои друзья, блядь. Узнаешь? Моника и Пол. О, смотри, Пол такой, я тебе не дам. Ну тогда трахай Пола. Суки мрачные. Эти собаки ведут себя совершенно неправильно. Пошел. А ты просто катись в ад. Это предупреждение вам. Тебе предупреждение. Что не стоит для меня доебываться. Я не в настроении. 7 пуль. Нет, не падай. Я знаю, что ты любишь падать. Слышь, тайников 4 штуки рядом со мной. Я уверен, там есть аптечки. What if God was one of us? О, каменный цветок, который я продал. Здорово. Дробь. Там снайперок мертв. Так, теперь пора обыскать тайнички. Заметьте, как артефакты мне потихоньку жизни регеша идет такой. Маленький, слабенький, но идет. И это главное. Собаки, слышите, как гавкают? Их вообще миллиарды. Глаза Ридика, приходите. Вас очень не хватает. Так, тут есть какой-нибудь тайничок? С чем-нибудь интересненьким? О, есть. Что тут у нас? Противопехотная мина. Замечательный тайник. Лучший. Но, по крайней мере, это, походу, слэм мина, которая, да? Вот ты, видимо, места захотела, я это так предполагаю. И твоя подружка тоже на помощь тебе идет, смотри. Такая у вас дружба. Сучары поганые. Ненавижу собак в этой игре, просто ненавижу. Всем сердцем и душой, я готов убивать его. Я куплю себе пуль обратно 6-ствольный пулемет и буду хуярить собак.
дни напролет в комбинезон охотника, эмочка. О, слушай, у меня к эмочке патронов, честно, там никаких нет. Не, не завалялось, очень жаль. Я бы с эмочкой сейчас пробежал с удовольствием. Кровосос. Там решил по аномалиям пробежаться. Это ты очень зря. Черт, я застрял. Черт, я застрял. Как я здесь оказался? Это же невозможно. Лол, я застрял в текстуре. Нет. О, давай, вырывайся, вырывайся. Ой, повезло, сейф. Наверное, где-то наверху в машине оставил. Но сначала мистер Кровосос, который решил рискнуть. Сразу видно, любит риск. О, отлично, 2600. Самые легкие деньги в моей жизни. Уже и так там 145 тысяч. О, муравей, возвращение в строй. Так, что тут еще осталось? Тут еще что-то есть? Не. Так. Тут тоже ничего. Снизу тут ничего не лежит, ничего не лежит. Так, слушайте, а что ж там за тайники? Что там написано? Давайте почитаем. Охотника Дона. Это я уже нашел. А тут патроны, тайникова она. Интересно. Так я что-то уже везде был, господа хорошие. Интересно, если сюда сейчас упаду, я смогу выбраться? Лол, you died. Лол, лол, you died. Жесть. Такая ловушка. В реальной жизни так залез и все. Ну, на самом деле, там просто берешь, господи, руками толкаешься, вылез. Так, давайте будем держаться дальше до этого места. А, труп кровососа активирует ловушку. Тут мы тайник явно залутали. Тут уже вряд ли что-то есть. Вот этот тайник меня интересует. Где он может быть заныкан? Где-то тут под обломками явно. Ну ладно, предположим, я его тоже найду. Но что-то не очень, конечно, хочется. Он как-то странно спрятан. Не люблю я мутные тайники. А, нет, вот он, кажется. О, 90%. Так у меня есть М-ка, кстати. М-ка должна работать. Явно. Она у меня уже на тройку. О, ну хоть какое-то оружие. Прицельщик бы еще какой-нибудь. И все-таки странно, этот тайник, который я залутал, тут еще вроде как якобы что-то есть. Странно это, там же ничего нет. Угу. А, нет, вот действительно. Ёб твою мать. Химера. Там, кажется, прицел окок. Ну-ка, прицепить к автомату. Лол, есть прицел, отлично. Она уже здесь была? Она уже, сука, здесь была? Все, давай, это человек или химера? Давай, человек против химеры. Давай, давай, давай. Все, подрались? Ты рада? Ты счастлива? Я даже не вспотел. Проклятый псильный. На зоне больше никогда я не услышу этого лая. Проклятого. Кто у нас еще гавкает что-то где-то? Вы, сука, будете молчать, ясно вам? Всю вашу сраную дорогу. Препараты. Что-то в этой... Смотрите, суки, уже молчат. До конспирации, да? Куда ты свалила? Бронированная крыса. Нет. Лысый череп. Это что было вообще? Еще там какая-то аномалия прокнула. Я что-то даже вообще растерялся. Какая-то безумная химера красная. А это не та, что снизу была мертвая? Помните, она ж мертвая была. Она что, ожила? Так, собаки какие-то сзади тут будут бежать. Я не понял. Я не понял. Ты здесь что делаешь? Ты не ошибся? Ты что здесь делаешь? Жесть. Труба, ты быстрая. Поговорим? Не-не-не. Теперь ты, сука, добыча. А я, сука, хищник. Хардкор, блин. Странный причем. Я слышу собачку. Мне бы патроны для моей винтовки.
Гранатки тоже подойдут. О, ученые любят пить энергетические напитки. Удивительно. Ты-то кто? Оружие убрал. Так не переживай. Олег демон. Давай поторгуем, демон. Давай мне вот это и вот это. Не, просто бинтов тогда давай пару штук. Завалить бы тебя и забрать, да копошиться некогда. Не лучший вариант здесь перепрыгивать. Я, сука, сказал, если здесь лая не будет, значит лая здесь не будет. Тебе что-то непонятно, белая шавка? Всем сердцем и душой вас ненавижу. А собак люблю. Очень сильно люблю собак в реальной жизни. А вот вас, сука, ненавижу. Больше всего в этой игре. Так, давайте аккуратно подниматься. Тут нужно аккуратно прыгнуть и не зацепить стол. Не выйдет. Лучше уже здесь тогда. Как же здесь срабатывает аномалия? Что, лол? Ладно, неважно, оставайся там. Лазаридика, помогите мне прорваться. Твою мать! Два парня, два покойника. На вышке покойник. Что-нибудь видите, друзья мои? А вот еще один бежит. Ни хрена резвый. Друзья мои, а он побежал вперед, действительно. Бандит, бандит. Ну-ка. Очередяру ему пропишем. По лицу. Бронированная крыса. Мы снова встретились. Мы с тобой... Мы еще повоюем. Не нападай с тыла. Я уважаю тебя. А вот бронированных крыс я уважаю. Они сильны. Там, кстати, какой-то парень в плаще от меня скрылся. А этот парень как раз не в плаще. Если тот еще жив. Ага. Ага. Оставь мне кусочек. О, бэкстеп. А, с артефактом. У него, кстати, были... Еб твою мать! Чё ж ты сразу не сказал, что ты зомбированный? Сука. Я реально не видел, что он, сука, зомбированный. Чуть не охуел. Такой, ну знаешь, типа, мужик, ты че такой пробегаю рядом с ним, он такой, знаешь, на меня разворачивается, а там ебало, как каннибала такой. Вы-то хоть нормальные парни? Че, ребят, прорвались мы. Прорвались мы до места. Самое время, чьи ножки идут? Дружественные ножки. Так, теперь пора двинуть нам с вами. О, мертвый чувак, Лекза. А, мастер. Зомби-мастер, господи, боже мой, чем только играет, они шутят. Так, загрузочный экран. Преодолели препятствия, преодолели преграды. Самое время в бар, чиниться, продаваться, бухать, веселиться и радоваться. Так-с. Подадим эту, кстати, малышку акоговскую. Вместо нее возьмем тот пулемет, помните, который я заныкал с патронами. Веса теперь, слава богу, достаточно. Куртки всякие у меня крутые, так... сохранить. Назовем это как, например, очень-очень-очень-очень обеспеченный человек. Так, фризы, я знаю, они есть. Вы слишком истощены, чтобы двигаться. Это типа, походу, когда я нажал спринт, он сработал как спринт, и вместо того, чтобы бежать, он фризнул и типа бежал на месте. Так, надеюсь, там не будет играть никакие знаменитые песни, ибо мне придется им подпевать, чтобы не получить копирайт страйк. Чтобы заглушить эти песни с собой и своими визгами. А я очень не хочу этого делать. Так. Документы, бармен. Оу, братан, Сеня прапорщик, чего тебе? Да пошел ты нахуй, Сеня. От тебя мне ничего не надо совершенно. В долг надо вступить, вот что я хочу. Так. What if God was one of us? Так. Проходи, не задерживайся, да, есть такое. Здорово. Ну что, меченые? Да, вот они.
Но меч настал только с выжигательным разобраться и на север проход закрыть. Готов сейчас отправиться? Готов. Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ну разумеется, это же прототип. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Это легко. Что будет дальше, я не знаю. Ну еще бы. Но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Ну хорошо, продолжай. Я сейчас не побегу, просто чтобы он дал задание и больше меня не тюкало. Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Откуда ты знаешь, что там бункер? Да, берусь, конечно. Я по поводу задания. Монтировка Фримана. Молодец, зажил награду. Я по поводу задания убить сталкера. Потом это сделаю. Слушай, давай торговать. Хороший торг, 22 тысячи, а это стоит 9 тысяч лол, цисто дешевле этого. Жесть. Но я уверен, с этим нельзя носить 115 килограмм, очевидно. На, прицел такой себе. М-ку нельзя тебе отдать, очень жаль. Возьми вот этот искатель приключений. Кровососа куски возьми, глаза полтергейста бери, на здоровье не стесняйся. А детектор аномалий ненужный мне, который забирай, противопехотную мину бери. Ага. Торговать. Так, здорово. Я тут по разговорам знал, что у тебя есть пушка особенная. Ну-ка. Да, есть снайперка B94 или V94. Калибр 12,7 метров. Нихуя себе она лупит. Ничего себе, откуда такая? Да был здесь один охотник. Вот только от него только винтовка осталась. Простым сталкером она не нужна, мне ее продали. А я теперь в аренду сдаю. Интересно, кто помог тому охотнику ружьишко потерять? Ладно, за сколько сдашь? 50 тысяч за ствол и патронов в горсть отсыплю в нагрузку. Сдурел, чё так дорого? Вещь редкая, плюс страховка от несчастного случая. Ну что, берешь? Да жаден ты, однако, ну ничего, давай. И фриз. А нет, не фриз, 50 тысяч ушло и патроны пришли. Так, ну-ка посмотрим, что это. Нихуя себе! Слонобойка! Нихуя! Вот это приближение. Сколько весит такая дура? Лул 15 килограмм. Но я себе могу позволить такое таскать. Жесть. Так, так как он эту винтовку не берет, мы ее сейчас бросим. Пулемет возьмем. С патронами. Так, ну-ка. И 85 кг уже ношу. Вот это я, сука, танк теперь. Чини мне, кстати, все. Слышь, братуха. Я решил вернуть пушку. Не, пушку я решить не вернул. Чини мне... экзоскелет цисту. Дорого, конечно, очень. Винчестер боевой. Экзоскелет МК-1. А ты его заберешь у меня, кстати, хочешь? Да, забирай 6 косых. Легко. Зря чинил, он бы и так забрал. Неважно. Давай мне аптечек своих волшебных. Бинтов своих чудодейственных. Патронов вот этих вот давай. На пулемет патронов давай. 50 тысяч. Такого добра мало не бывает. Знаете, дробовик я пока выброшу. А нахер он мне нужен, действительно? У меня ж пулемет есть. Картечь, это типа запас. Золотой запас. А ты не плетись, расскажи мне, я схожу. Так. Бармен, ты случайно... Слушай, я решил вернуть пушку. Я бы хотел... Я по поводу задания убить сталкера. До встречи. Торговать. Бухло мне к черту не сдалось твое. Рука бюро, нафиг она мне нужна. Мантикорий когти. Вот, на тебе. Торговать. Артефакты лишние какие есть. Кровь камня. Огненный шар. Капли. Задание есть. Работа есть на примете. Найти артефакт вспышка. Изыски, уничтожить бандитов. Ничего интересного, поэтому забирай. Последний коготь, нахуй он мне сдался, в конце концов. Огненный шар забирай, капли, я их никогда в жизни носить не буду. Итого у меня уже 73 тысячи отбилось. Ну, в принципе, вот и все. И 30 кг еще доступно. А, какой 30? Мы еще снайперку сбросим, не нужно. Слышь, я бы тоже пожрал. Пошел бы нахуй с такими разговорами. А есть еще какие-то эти? Минералку давай. Тушенка еще есть. Жалко, что патронов для этой снайперки у тебя маловато, 5 на 50. Хотя, наверное, она ваншотит. Так, задание добраться до антенны, это мы потом, найти арбалет на оружейном складе. Давайте сходим к свободе.
Мало ли что там. Так, кстати, пойдем спросим, может нас пустят? Я же уже мастер все-таки. Мастера-то должны пустить, да? Генерал Долга. Как его зовут, даже не знаю. Тот был генерал... Да я даже не помню, как того генерала звали. Этого вообще хер знает. Приходько. Сделаю ставку на генерала Приходько. Да ну, перестань. Я ветеран, смотри, мастер, иду вступать. Ага. На территорию вход закрыт. Стойте, это у вас долго, чужакам делать нечего. Бармен мне сказал, что у вашего честь для меня какое задание. Да, он сообщил нам о тебе, но перед тем, как мы тебя пропустим, должен знакомить тебя с нашими правилами. Значит, слушай, правила у нас простые. Первое правило – стрелять на нашей территории запрещено. За два нарушения наш патруль откроет по тебе огонь. Даже если ты сделаешь ноги, то больше на нашей территории не появишься. Охрана у тебя позаботится. Будешь вести себя спокойно, проблем не будет. Ясно это все? Да, это достаточно можешь проходить. Хорошо. Так, ну я думаю, водяру разопьем и все хорошо сразу станет. Ох, какая дура. Ребята, блять, какой же я, сука, увесистый стал. М? Посмотрите на этого бойца. Циста. ПКМ. Я теперь просто ебаный танк. Которого хер возьмешь вообще просто так голыми руками. Ох, это будет сильно. Ох, это будет сильно. У меня все есть. Просто есть все, рили. Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Муравей, который был в Зуе Припяти, хуесос по сравнению с этим муравьем. Этот муравей просто имеет все сейчас, имеет всех телочек. Слушаю, бармен сказал, что какое-то здание на военных складах. Я хочу попросить выполнить одно дело, лично для меня, понимаешь? Честно, у нас тут территориальные боевые действия с группировкой Свободы, и нам не хватает оружия помощнее того, что у нас есть. У Свободы есть несколько отличных гранатометов РГ-6. Если бы у тебя получилось проникнуть на территорию Свободы и выкрасть их. За что ж меня все воровать-то заставляете? Проникнуть на свободу и выкрасть хотя бы один такой гранатомет, то я бы щедро тебя вознаградил. Так это не, ты не в нашей группировке, ты легко можешь... О боже мой, как я не люблю воровать. Причем меня пускают в место, а я там буду воровать. Ну что я за мудаком буду? Ну, дело ваше правильное, конечно, поэтому да, то есть я уже как бы хочу к долгу давно присоединиться, надеюсь, в этом моде это можно сделать. Так что ладно, так и быть, я постараюсь спиздануть вам этот гранатомет, хотя это неправильно в любом случае. Но почему-то мне кажется, если я буду пытаться договариваться со свободой, они скажут, иди выпиливай долг. И это было бы правильно, потому что если бы вы мне, мудаки, сказали, иди выпиливай свободу, я бы это сделал. Хотя в любом случае не одобряю, вы вообще должны дружить между собой. Понимаю, что у вас взгляды разные, но... друг друга это зачем выпиливать? В любом случае, зона это общее что-то. И вы ее выпиливаете. Я считаю, вы, конечно, правы. Какой смысл вообще и существовать? Если здесь одна смерть и разочарование. Двигай, сынок. Иди. А, непуганные ублюдки. Вот ты умеешь двигать. Спасибо тебе, братан, что ты подвинул. А. Теперь вы заодно. Не страшно? Ствол защищен. О, прапор, лоу, прапор. Приветствую, сталкер, торговать. А, нет, у тебя ничего нет. Я думал, это реально прапор. Сука, дайте, блядь, пройти. Что за бодиблок конченый? Удачи вам. Удачи вам, ребята, в ваших начинаниях. Я, пожалуй, пойду, вы не против? На выносливость у нас достаточно, кстати, артефактов. Электрошок плохо очень. Но радиация и вообще все здорово. Еще и пси-шлем есть. Хотя пси-ш... Слышь, а я и попадал в пси-зоны с пси-шлемом. Мне должно на них по хорошему счету быть просто по боку. О, тут тайничок. Че в тайнике? Детекторы, противопехотная мина. Дай-ка подумать. Нет. Не очень интересно. И вообще, я помню, тут был когда такой-то квест. Я очень смутно помню. Можно вроде бы было пойти реально выпилить пол базы. О! Вот, сейчас мы и потестим нашу милашку. А, там парня убивают. Я подожду, пока я... О, все, сгрызли. Блять, слабовато. Да нет, нихуя не слабовато. Охуительно просто. Ёб твою мать. Просто с одной обоймы. Как же я их выдушил. Как же я, сука, их выдушил. Слушай, генерал Долга, ведь я совсем забыл у тебя посмотреть другие задания. Может быть, и не стоило мне браться сразу за кражу очень важных материалов. Давай-ка посмотрим, что ты можешь еще мне предложить. Мало ли там чего-то нагодное. Блин, там играет песня, которую мне нужно заглушать.
Типа don't you want somebody to love. Если ее кто-то просто услышит, типа идентификация, и напилит сюда предъяв, это будет очень плохо. Ну хватит виснуть, я же тут пыл. Логация не может так взять просто и разгрузиться, когда я выхожу, или может? Ох уж эта игра. Бля, ну все-таки я серьезен. Ну вы посмотрите, это просто. Говорят работу, долг хочет мне предложить работу. Они вообще понимают, сколько услуги такого парня стоят? Угу. Сколько услуги такого парня стоят? Или не понимают? Вот что главное. Так, давайте потихонечку прибавим. Так, тихо. Просто мастер данный. Мастер, одиночка, отлично. Убийство сталкеров 14 тысяч. Просто забей. О, как же хорошо. Реально есть все. Просто есть все. Теперь мы с вами просто непобедимы. Ставил собак. Просто сидя на жопе убил. Даже не почувствовал. Так, слушай, братан, а есть еще работа? Уничтожить контролера, найти модифицированную винтовку, подтверждение слухов, нейтрализовать бандита. Подтверждение слухов, что значит? Ходит слух, что ты один против любого монстра выходишь. Только не верится мне как-то. Докажи свою храбрость, принести коготь химеры. Мать твою, он был же у меня. Что там происходит? Что это за звук? Я берусь. Выброс, что ли? Походу, выброс. Хорошо, что я не ушел. Работает, например, уничтожить контролера. Для выполнения этого здания необходимо обладать специальными навыками. Ученые сообщили нам, что на интерье возле входа в подземную лабораторию центрального здания им был замечен контролер. Контролер очень опасный, верно, спрашивает. Не, на интерье не пойду, в другой раз. Работа, модифицированный так. Кто-то помогает наемникам. Совсем недавно они стали ходить с модифицированными автоматами для ведения снайперского огня. Сам понимаешь, опасная игрушка. Я заинтересован в таком стволе. Благодарность будет адекватна, не сомневайся. Может быть, по дороге. Мне нужна работа, нейтрализовать бандита. Кличка объекта Кочерга, один из самых жестоких родителей бандитов. Сволочь и насильник. Насильник? Кого он здесь насилует? Собак? Женщин же нет. Голова у него явно не в порядке. Поговорят в зоне, какое-то редкое заболевание заработал. Теперь у него довольно часто происходят полные провалы в памяти, а когда приходит себя, не помнит, где он и кто он. Тем не менее, всегда вооруженный и очень агрессивный. Предположительное искажение темная долина. Готов к зоне? Доберусь я. Ну вот как бы и все, что я хотел от тебя. А, не работает же электроника. Ну все, распыливаемся, ждем, пока пройдет выброс. Блять, какой же, какие же мы все-таки серьезные. Тяжелая снайперская крупнокалиберная винтовка снайперская, предназначена для поражения легко бронированных, небронированных целей на расстояниях до 1,5 километра, также личного состава противника за укрытиями и в средствах индивидуальной защиты на расстояниях до 1000 метров. Оригинальное конструктивное решение для удобства транспортировки, заключающееся в том, что оружие может складываться пополам. Да? При этом казенные средства ЛА и ствольная коробка перекрываются для предотвращения сосорения. Отдача при стрельбе значительно снижена за счет постановки эффективного дульного тормоза и ароматизирующего затыльника. При стрельбе снайперскими патронами дальность 100 метров сериями по 4-5 выстрелов поперечник рассеянный не превышает 50 мм. Вы исследованы показали примерно в 1,5 раза хуже. Начальная энергия пули при стрельбе Б-94 превышает таковую СД примерно в 5 раз. Это, конечно, урон там, наверное, будет. Посмотрим, сейчас потестим. Один из недостатков винтовки — слишком громкий звук выстрела. Та! Такое. Выброс, кстати, еще не отпустил. Обычный выброс, знаете, когда отпускает? Когда пропадает круг такой фиолетовый, как вы здесь можете видеть. Кстати, тут у меня задание наверху. Я даже не знаю, почему и какое оно. Это, походу, арбалет сраный. Я его не понесу. Пошел он нахуй со своим арбалетом. Я и гранатомет-то не хотел выкрасть. Хочу. Ну, попытаюсь выкрасть. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Брат? Какой ты? Что можешь интересно сказать? Сейчас место безопасно, сталкер. Мы стараемся поддержать его в этом состоянии. Здесь народу всегда много. Кто совсем поселится, дальше окрестности не ходит. А кто к очередному рейду готовится? Вот жаль, Ракес не вернулся. Любил он перворазников вроде тебя на путь истинно направлять. Перворазники? Ты, блять, мой ранг видел? Перворазник. Если бы Ракест отвернулся, он бы тут уже, не знаю, в вьюхе своей валялся. О, кстати, все прошло. Можно идти. Вы, кстати, обратили внимание, что все эти выбросы практически всегда пси-выбросы. Сейчас узнаем, исключение ли это. Нет, это исключение. Действительно, не все. О, женщина поет опять. Патроны, гранаты, снайперский тайник на башне.
Да, на самом-то деле песенка очень-очень даже так себе. Песня закончилась и закончился бой. Таких песен много могу написать. Господи, ну пулемет, бля, просто... А, ребята, я даже передать вам не могу, насколько это прикольно. Насколько это круто с таким ходить, такая дура, просто сел... Все 100 туда выдал, просто не выжил никто. А потом еще такая бандура. Такой, сука, танки можно подбить. Просто жесть какая-то. Просто жесть. И самое интересное, я могу еще носить половину такого веса. Экзокостюм, это просто великолепно. Чувак, ты кто? Далеко собрался? На тебе не костюм, долго, поэтому ты... А, нет, долг. Долг, ветеран, приветствую, сталкер. Юрка Ворон. Боец вместе вами, меченый, ты уже не обижайся, но пока ты не из наших, у нас с тобой вообще дел быть не может. Но, ты знаешь что? Скоро, я чувствую, стану твоим генералом. Как минимум. Холодец тут тебя ждет. Можешь залутать, не за что. Покушаешь потом. Сожрали парня в экзо. Мастер-одиночка Валик, папа. Блин, как же посмотреть свой ранг? Нет его. Вот тут как будто отсутствует пункт. Бандит-новичок, сколько убито сержантов, всего сколько очков, походу, это дает. О, давай. Обещает быть очень интересным и познавательным. Я уже даже потерял какое-то, знаете, именно время. Сколько я уже времени провел за записью, сколько я уже времени записываю. Игра не перестает меня затягивать. Чувствую, этот марафон до утра продлится, и это будет охуительно. Хоть и устаю я, конечно, но это же приятная усталость. Так, теперь нам надо прямиком на базу свободы. Свобода. Ох, что-то я зачесался, чуть на аномалию не наступил. О, зато артефакт меня ждет. Легко и непринужденно. Так, вроде все у нас в жизни получилось. Все нормально, пойдем. Устал я. Устал, уснул, упал. Хелло, салют. Ты где? Я тут. Так, у нас есть еще артефакт, который дает плюс очень большой. Ну, химический ожог. Этот артефакт настолько редок, что многие исследователи даже не догадываются, что такая субстанция может существовать в естественных условиях. Отторгает редкие химические компоненты. Круто. Мне бы еще химерку тут намутить по дороге. А то лидер долго не верит. Я бы с этой противотанковой дурой ей объяснил, кто прав, а кто нет. Так, ну-ка, подожди. Опа, там что-то есть. Ну-ка. Ну, заебись, краш там есть. Отлично, сталкер. Да, ребят, эта игра действительно крашнула, я хоть прочихался. Ну, ничего удивительного. Так, ну что, нам дадут посмотреть, что там я видел? А уже походу этого и... Да ну нахуй вас. А не, смотри, нормально. Лол. Это что было? Это что за на... А не, это гора... Нет, опять-то гусеница ползет гигантская. На базе свободы какая-то завод. О, вот что это? Это сталкер какой-то мертвый. Так, там у нас товарищ мастер был с миниганом. Походу зря я миниган продал, больше такого нет. Блин, уже не терпится эту гигантскую, блин, баротку отпробовать. Это просто жесть какая-то будет. Я практически уверен. Так, погнали, пообщаемся со свободовцами. Может, я передумаю. Хотя вряд ли. Я поддерживаю долг. Я должник. Я всегда кому-то что-то должен. Так. Ты тоже... Да ну нахуй. Да ну вас пизду с этими крашами. Что за... У меня, блядь, переизбыток крашей в крови, кажется. Так, ладно, свобода так свобода. Что это? Это птички? Да ну вас, да ну вы чё? А, не, нормально, смотри. Птички странно летят очень. Такс. Вот мы, кажется, и на базе. Нас даже так просто пропустили без всяких бесед, здорово. Такс, погнали. Подходи, пообщаемся. Пообщаемся? Ну-ка. Чувак, ты на базе свободы, расслабься, будь как дома. Понятно. Только в рамках, да, понял? Ха, будешь сильно баловать, пеняй на себя. Был тут один непонятливый, так как всегда стал. Мы его голяком по минному полю пустили прогуляться. Вот скряга матерился, когда ему на голову рука этого типа свалилась. Да, вкурил, в общем, понял. Молодец, свободен. Ну что вы, конечно, за люди-то такие вообще. Так, чё, пойдем сразу к боссу, начальнику. Дали, ну его в жопу, босс начальника. Пойдем погуляем по базе. О, так это Skinhead Вася на мопеде, кажется, песня. Да, действительно.
Ребята, как сами? Подходи, пообщаемся. Давай, иди к Лукашу. Окей. Как ты скажешь. Так все сделал. Говорит, будь как дома. И говорят мне, что делать. Вот сволочи. Как Вася на мопеде, на плечи зачок СС. Да, фанкуха. Такс. Чего тебе? Мне нужны лидеры свободы, крайне важная информация. Насколько она важная? Отлично, терять их еще и сдать можно. Великолепно. Я встретил отряд долго неподалеку от вашей базы. Опа, похоже, Лук опять пробует отыграться. Так, проходи на территорию, только убери ствол, не вздумай тут нас по льву поднимать, вперед ногами будет. Хорошо. Так, блядь, двинься тогда в стороночку. Так, мне бы к вам вообще за гранатометом. Ты кто? Чего у тебя тут? Здорово. Чего изводим? Ничего, просто осматриваюсь. Так лучше делаем вместе. Более у меня сейчас кое-что на примете. Позаработать тебе интересно? Интересно. Я могу дать тебе кристалл, если ты окажешь одну услугу. Там ситуация сложилась неприятная. В последнее время с деревни артефакты не несут, боятся, говорят, кровососы там завелись, а в эти дни особо некого послать. Хоть долг приглашай. Продолжай. Пара ребят ушли в деревню, не вернулись, а остальное, остальные трое как укольцы сидят. Если ты просто выбьешь, я тебе кристалл дам, берешься? Да нет, я тут вообще по другому поводу. Ой, 249, пила. Ништяк. Ой, и СПРочка здоровская. И огнеметик есть, и гитарка. А патронов для меня нет таких крупнокалиберных? Походу нет. Жаль. Да ну ёб твою мать, я не знаю, что с этой игрой делать. Я, блядь, просто не знаю.